Друзья, всем привет! С вами канал «Поиск и приключения на юге». Сегодня у нас 1 мая. Поздравляю всех с этим замечательным весенним праздником. Желаю вам всего самого хорошего, здоровья, удачи. Сегодня мы будем ломать традиции празднования этого праздника. Не пойдем мы в город с флагами и шариками, а поедем мы в одно замечательное место. И поэтому смотрите, не переключайтесь, будет очень интересно. Приехали мы в станицу Благовещенскую. Замечательное место. Вот там вы видите впереди Анапу. Значит, Благовещенская находится от Анапы ориентировочно примерно 40 километров. Ехать недолго. Ну и, в общем-то, чем она интересна? Летом здесь много отдыхающих. Пляжная коса тянется далеко-далеко. Места всем хватает. Море здесь прекрасное. Ну и сами видите. Сегодня мы с ребятами здесь устроим небольшое шоу. Полетаем на самолетиках, погоняем на машинках. И почему мы еще сюда приехали? Сегодня 1 мая будет праздник здесь проводить. Вот эта гостиница «Малахит». Здесь будет шоу летающих змеев. Но мы к ним присоединяться не будем, мы будем летать немножко сбоку. Так что смотрите, не переключайтесь, будет очень-очень интересно. Друзья, разместились мы вот в таком тенистом месте. Поставили небольшую палаточку. Это Женя. Магазин «Хобби-центр», город Анапа. Это Ирина машет руками. Рядом стоит Сергей, ведущий пилот авиамодельного клуба «От винта». Моя жена Марина. Ну и я, конечно. Как же без меня? Сейчас, ребята, мы пойдем купим шашлыки, и все начнется. Смотрите, не переключайтесь. Так, друзья, прежде чем заниматься полетами, надо пилотам подкрепиться. Поэтому мы берем шашлык. Всякие вкусняшки. Прекрасная погода. Девчонки там уже накрывают стол. Что тут у нас? Отлично, отлично. Вообще замечательно, замечательно. Друзья, у нас тут некоторые товарищи хотят поближе к морю. Поближе, все поближе. Вот чем это заканчивается. Ну ладно, сейчас мы идем на наше место стоянки. Евгений несет свою супер машинку, а в пакетах у нас замечательные шашлыки. Итак, ребята, пока наши девчонки накрывают стол, Евгений решил немножко размяться. Дорогие друзья, самолет настроен, к полету мы готовы. Вот он вас приветствует, махает хвостиком, всякими рулями и так далее. Ну что, ребята, сейчас попробуем полетим. Thank you.
Ну, а сейчас, ребята, полетает наш Сергей. Давно он тоже не летал, всю зиму провалялся на диване. Давай, Сережа, покажи. Отлично, отлично. Дорогие друзья, что я вам хочу сказать? Вот этот самолет, мы их называем пенолетами. Значит, это самый бюджетный вариант. То есть вы покупаете пачку потолочной гладкой плитки. За 80 рублей покупаете пачку потолочной плитки. Скачиваете чертежи в интернете. Их там полно. Покупаете клей, который не жрет пенопласт. Все это склеиваете, нарезаете, обтачиваете скотчем. Там есть нюансы, конечно, в интернете это все есть, ребята. Покупаете самую позорную дохлую аппаратуру, недорогую. Винтик, моторчик, три сервомашинки, качалочки можно сделать из ниточек. В общем, все тут очень просто. И летайте в свое удовольствие. Такой самолет можно сделать за два вечера, не напрягаясь. Хорошо, что нету ветра. Да, ветер они, конечно, не любят. Ну, бороться с ветром можно, но он практически стоит. А так, летаешь, в принципе, выполняешь все фигуры высшего пилотажа. Но это, конечно, надо тренироваться, и вы разобьете не один самолет. Но это стоит того. Это очень интересное хобби. Ну, конечно, как и все хобби, оно затратное. Не успел. Да, ничего, нормально. Летчик жив, самолет тоже жив. А это самое главное. Сегодня у нас очень жарко. Мы палатку разместили как раз вот под такой вышкой. И тут у нас очень все замечательно. Ну что, ребята, пенопласт, да, пенопласт это вещь такая, она очень хрупкая, видите, да, вот он как бы сел нормально, но винт зацепил песок и моторама хрустнула. Это, конечно, все восстанавливается, это тут вопросов нет. Ну, клея нет с собой. Да, с собой клея нет. У меня выполнен самолет, это покупной самолет, материал Дипрон. Значит, этот материал покрепче пенопласта, он поплотней. Ну, тоже ломается, что делать? А сейчас мы будем запускать вот этот интересный самолет. Фанджет Ультра. Сверхзвуковой. Реактивный истребитель. Моторчик у него стоит сзади. Но орет он и носится замечательно. Значит, мы засекали его скорость. Максимальную скорость он развивал 135 км в час. Итак, смотрим. Куда прятаться? Круто! А ты снял? Да. Снял. Это все? Да. Живой? Живой? А что ему будет? Винта нету. Ладно, будем летать на других самолетах. Самолет сегодня не полетел. По техническим причинам. Друзья, сейчас мы будем запускать летательный аппарат тяжелее воздуха. Называется кайт. Сейчас ребята его собирают. Вставляют карбоновые трубочки. Но сегодня ветерок в Благовещенской слабенький. На пенолетиках мы отлично полетали. Для кайта этот ветер очень слабый. Ему нужен хороший, уверенный, мощный ветер. Тогда он покажет все чудеса. Итак, смотрим. Вообще никакого вообще ветра. Никак. Ну так ты его поддерни на себя, Жень. Да нету ветра. Ветра-то нет, его не это. Ну все равно, попробуй подними. Во, что, нету, блин. Ты как змея его подымай и все.
Ну да, слабоватый ветерок. Вообще вещь прикольная. Пляж большой. Да, пляж большой, беги далеко. Не хватает ему ветра, конечно. Конечно, не хватает. Маловато. Красиво звучит. Не, он красиво, он тень, вообще. Тень, от него, смотри, какая тень. Все, загас. На. Отличная погода, отличный шашлык. Сейчас мы его будем уничтожать. Погода прекрасная, все замечательно. Ребята, приезжайте к нам на море, у нас тут все отлично. Всем до встречи, еще раз всех вас с праздником, здоровья, счастья и благополучия. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки.